весело весело живет. У нас Тукань далеко. И все, ничего такого. Ну и, соответственно, душа. Больше ничего придумывать не стоит. Уха, которая сварена дома на газу, просто на плите, и которая сварена на природе, на углях, на костре, она намного отличается, нежели обычная домашняя уха. Здесь другая атмосфера, дым костра, это во-первых. Ну, во-вторых, свежий воздух. Мы пока знакомимся, потом дальше больше на шар. Восьмые. Секрет этой ухи в том, что она готовится на бульоне, на курином, но в данном случае это петух. Вот, мы искали домашнего петуха, мы купили на рынке его, вот, готовится бульон, и уже потом добавляется вся рыба остальная. То есть у вас такой курино-рыбный бульон? Да, ну это царская уха, она подавалась ко двору, то есть это очень древний рецепт, и она очень вкусная и наваристая. Может, у вас какой-то рыбацкий этот? Да. Пшено чистое, мы его предварительно помыли и потом высушили. Ну, короче, помешай. Ага. Густота нормальная. Поэтапном подходе к приготовлению. Сначала бульон, потом овощня, потом уже рыба. Ну и в самом конце есть определенные маленькие фишечки. Серега, на ручки вот за эти ручки. Вот эту возьми. Вот эту. Пошли, бери вот. Вот рыба условно. А что ее? Она же страшна. Короче, я пойду рейсить, экипировщик сниму. Здесь очень уха хорошая. Дома некогда готовить. И рыбы такой не хватает. Вот. Смотрите, какие косточки-то. Это что-то. Одни косточки остались. Ну, в общем, с удовольствием. Благодарю. С удовольствием. Есть такой момент, на самом деле, участники очень нервничают, давайте не будем. Да, вы не нервничаете. Да, все в порядке. Очень важному критерию, который вот мои коллеги об этом озвучивали, нельзя ни в коем случае активно и долго кипятить это блюдо. Оно должно медленно томиться, таким образом вкус будет более насыщенный и приятный. Субтитры сделал DimaTorzok.